rzucajcie broń, przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Takim świskiem to można sobie tupę podetrzeć. A ty znasz, co od tej Polski больше нет? Каждый из вас может взять только один предмет багажа. Дом забрали, вывезли! Люди, чего вы от нас хотите? Это ваш новый дом. Короче так, поляки, кто не работает, тот не ест. Жена в шпиталу, дети сами не прожил. Ты не волнуйся. Советская власть позаботится. Вруце. Вруце, сынку. Ты понимаешь, что я тебя расстреляю за это? Целовалась когда-то? Обещай, что не запомнишь меня, обещай! Już umarłaś. Życzę wam, żebyśmy następne święta mogli spędzić już w Polsce. Ja was, Polaków, nienawidzę.